кажется, у нас будет такая кулуарная обстановка, и надеюсь, что и цифры, может быть, каких-то инсайдов и какого-то опыта будет еще больше. Я представлю как бы основных людей, которые здесь сидят. Ему функционал Алексей Авдей, ЦИАН, Илья Чернецкий, CoinKeeper, Илья Красинский, Upcraft, Саша Фролов, Подстрана и Саша Павлов, Playcode. В общем, мне кажется, в большинстве случаев практически везде именно говорят сами за себя. О чем хочется поговорить? Хочется поговорить о деньгах и о каких-то вещах, которые, собственно, на них влияют. Собственно, начнем, наверное, с платящих пользователей, а именно с понимания вообще, когда надо понимать, надо ли понимать пользователь потенциально платящий и что с этим делать. Сегодня Илья говорил, и все говорили о том, что чем раньше мы узнаем про объем пользователя, тем вроде как будет лучше. Это вообще миф, реальность, какие вообще цифры, стоит ли с этим работать. Есть какие-то мысли, кто-то хочет сказать, я думаю, что просто надо. Начнем с конкретного кейса. ЦИАН долгое время был только профессионалов. У нас были заграничные барьеры в аренду. То есть в аренду, чтобы было попасть в Москве, нужно было заплатить сначала 10 тысяч рублей. Вот. Но у нас есть конкурент Авито, у которого любой пользователь мог прийти и, соответственно, разместить объявление в аренду. И у нас вообще нет за это собственных, у нас значит, что нужны собственные. Поэтому мы понимали, что у нас есть лохотроны, которые сейчас хоть и платят 10 тысяч, что нас обманывают, но все равно это высокий там. Долго думали, как туда открыть аренду, но лохотрон не пустить. Ну, в общем, придумали способ с идентификацией и стали думать, ну окей, хорошо, собственно, прийти могут. Ну сколько себе денег брать? Потому что, с одной стороны, хочется, чтобы контента было побольше, а с другой стороны, деньги еще заработать. Поэтому придумали следующее решение, что мы сделали одно объявление бесплатное, вот, и максимум 4 объявления на тарифе для собственника. 4 платные и одно бесплатное. Понимаем, что собственник, который только с одной квартиры, вот он там идет разместит и так далее, а те вот риэлторы, которые имеют немножко квартир и которые не готовы 10 тысяч платить, они придут и разместят. И когда мы спустили, мы надеялись, что мы получим в первые же пару месяцев 1 000 000 рублей в месяц выручки. И обломались. Заработали 200 тысяч, в общем, сказали, что это плохой человек. Вот. Не принес на деньги сколько нужно, но при этом за полгода мы выросли, дошли до 1 000 000 в месяц. Почему? Потому что люди пришли, попробовали, бесплатно разместили, и получили отклик, получили, собственно, сделку, и дальше стали возвращаться и, собственно, платить. Поэтому, возвращаясь к вопросу про то, что пробить, в нашем случае сработала модель с ограничением по количеству объектов. То есть мы дали одно бесплатное, люди попробовали и стали приносить деньги. То есть мы одновременно решили задачу и с контентом, или, ну, не до конца, конечно, но как бы начали решать. И, соответственно, те, кто готов платить, и, ну, тариф при этом мы сделали самое минимальное. Он такой же, как на остальных, то есть маленький. Вот. Заработали денег, получили контент и так далее. То есть модель одно бесплатное и остальное небольшое количество на этом тарифе. Ну, то есть у вас такая типа модель, где вы что-то даете бесплатно, а потом как бы пытаетесь, там, если надо больше, то вот, да, побольше платно. Вообще, насколько для вас метрика пробивные платежи, она вот актуальна, вы за ней следите там, ежедневно, неежедневно? Что это? Она вообще скачет, не скачет? Вообще, пробивные платежи или там первые платежи, да, все отслеживают или нет? Руку можно там поднять? Какие-то еще бывают? Ну, нет, все продукты разные, да? Я даже доклад или нет? Я вам сказал, а где метрика первых и вторых и так далее платежей? Вы сказали, построй. Он таки построил, вот. И мы все удивились, что у нас очень большой процент на некоммерческом тарифе людей, которые регистрируются и платят, потом регистрируются и платят, а второй платеж улетает в долгу. Особенно это будет очень много в регионах. Поэтому по факту у нас сейчас ситуация следующая. Да, мы будем считать, да, мы за этим смотрим, да, мы думаем, что это надо улучшить. Прости, пожалуйста, Леш, но все-таки в твоем случае кейс может оказаться раз в 5 лет. Ну, то есть если ты заплатил, сдал квартиру, ты же собственник. Ну, то есть в твоем случае второй платеж эта штука такая. Ну, в смысле, может случиться, что у тебя просто цикл настолько редкий, что ты его видишь только через 5 лет. Да, смотри, есть две истории. То есть аренда и продажа. Аренда в Москве раз в 1.5 года, средний срок. Продажа, кстати, тоже примерно 5. Но если говорить про регионы, то там аренда в Нижнем 4-6 месяцев из-за командировочных. Вот, из-за студентов. Поэтому, грубо говоря. Ну, есть шанс увидеть, да, что-то? Да, в разных по-разному это раз. Во-вторых, помимо собственных, у нас есть куча частных риэлторов, маклеров, которые, ну, регулярно, это их бизнес. Давайте послушаем какой-нибудь другой продукт, именно там, другой модели, я не знаю, Саша Павлов, расскажи, как это вообще в играх у тебя работает. Ты просто задал два вопроса. Первое, там, есть ли смысл еще до совершения первого платежа как-то отслеживать поведение пользователя и пытаться предсказывать, будет заплатить ли он? Вот этого мы не делаем. А вообще есть понимание, так надо делать, не надо, и вообще делают ли кто, и на основе чего это надо делать? Ну вот здесь как раз ключевой вопрос, а зачем? То есть,
что с этой информацией потом сделать, если ты знаешь, что игрок у тебя с какой-то большой долей вероятности заплатит. Мы вообще, там, не знаю, насколько аудитория знакома с игровыми продуктами, вот, мы работаем по модели там, LTV, да, ROI, CPI, вот, и нам очень важно в первые несколько дней предсказать, сколько игрок нам заплатит за полгода, за год, для того, чтобы понять, там, сколько мы за него можем заплатить. Вот, и пока что вот основное, вот если говорить про предсказания, мы научились на основе там, данных за 7 дней по платежам предсказывать с вероятностью примерно там, 95%, сколько нам человек заплатит в первые полгода. Что, под капотом для решения? Нет, под капотом... Изначально вообще у нас был очень простой подход. Мы брали просто платежи за полгода, брали платежи за первые 7 дней, одно делили на другое, получали коэффициент. Вот. А потом мы поняли, что у нас вот эта вот кривая того, как игрок платит, она отличается для разных сегментов платящих. То есть киты, они там платят, у них коэффициент один, кильки, у них коэффициент другой, из разных стран по-разному. Поэтому сейчас мы пришли к тому, что мы это сегментировано, там, и коэффициенты... То есть это не только универсальный предиктор, пока у тебя пока по сегментам... Да. Вот, и у нас... Были пробы там, строить машинное обучение в это и как-то сложную модель построить. Мы поняли, что сложная модель нам ничего не дает. Вот, и там, и непростая формула одно число поделить на другое, оно дает гораздо, ну, там, не худший результат. Тем более, что ситуация-то в том, что продукт за эти полгода еще меняется, и то, что мы на основе прошлых данных сумели предсказать при условии неизменного продукта, сколько нам этот человек заплатит, нам это особо ничего не дает, потому что продукт все равно изменится. Вот. Это вот первый вопрос про предсказания. Значит, а второй вопрос про пробивные платежи. Вот. Значит, я считаю, что в этой части есть там два подхода. Первый такой туповатый низкоуровневый, второй там более высокоуровневый. Туповатый низкоуровневый, про который часто рассказывают и там всякие кейсы делают на конференциях, он там про то, что какую скидку показать, как ее показать, как окошко, там, где кнопку разместить и так далее. Вот. Мы, естественно, это используем. У нас есть такая тема, что если у нас там игрок за какое-то количество дней не заплатил, мы предлагаем ему сделать платеж с одной скидкой. Вот. Потом, если он все равно не заплатил, с другой скидкой и так далее, там, и доходит до скидки 90%, вот. И мы ее показываем до тех пор, пока он не заплатит. Вот. Но там более сложный подход и более хорошо играющий, это когда игровой продукт строится таким образом, чтобы в определенный момент возникала очень сильная потребность для того, чтобы заплатить. Вот. Если вот вы играли там, кто играл в Clash of Clans? Здесь сидящий. Там есть вот, там, инструмент, который конвертирует в первый платеж, это там, второй строитель, которого нужно купить, потому что в определенный момент ты начинаешь чувствовать, что тебе вот, очень сильно замедлился твой прогресс из-за того, что тебе не хватает строителей. Есть какие-то best practices? Там, это надо или там, рекомендуют сделать, не знаю, первую сессию, да, чтобы пользователь там столкнуться с каким-то ограничением. Там, это надо делать, не знаю, там, в первую минуту. Надо предложить пользователю, не знаю, в гемблинге. Заходишь, тебе большой поп-ап сразу, пополни на $1000. Да? Вот. Они это делают специально или нет? Что делать? Как? Да, давай, Саша, ты. Просто про гемблинг немного знаю, потому что он занимался. У них, на самом деле, на этом деле просто сегментация построена из-за того, что это сервис изначально для платящих, и у них довольно быстро там сегментация идет на китов, там мелочь, соответственно, они выкатывают прямо сразу в морду самую большую сумму, которую человек там потенциально может внести в качестве первого платежа. Вот. И у них есть довольно большой сегмент, который эту сумму платят сразу. То есть они пришли играть, они готовы, у них есть бабки, они за этим и пришли. Это их основная аудитория. Вот они сразу, кстати, $1000 получили. Это $1000 сразу получает менеджер сервис, отдельную статистику, мы за ним следим, мы ему там гладим по головке, это наши клиенты. Остальное хвост, у них там, ну, дальше уже идет какая-то сегментация, там кого-то вопрос, там $350, там кто сколько готов. По сути, они отсекают неважные для своего бизнеса там вещи. То есть с хвостом они тоже работают, но это уже некая там автоматика. А вот этот топ китов, это то, с чем надо работать ручками. И это их основные бабки. И никакого триггера лучше, чем платеж в Клибалы, за все это время придумано не было. То есть у тебя $1000 просто, чтобы вот так вот сейчас навалить, или нет? Если нет, то ну ты не кит. Все. И как бы там какие-то моменты, там еще что-то. Для гэмблинга вот конкретно это не важно. Поэтому есть все-таки ну, определенная специфика у каждой там индустрии. То есть если в каком-нибудь там социальном проекте, там, типа там вот или одноклассник первым попам валить, заплатить нам $1000, то получишь. Нет, честно говоря. Попробуйте. Я там добавлю. Мне кажется, 90% случаев надо делать не в смысле наглых хлебалок, мы с вами совсем жесть. Можно делать мягко. По гигантскому числу сервисов, там банки возьмем, операторов, мы, скажем, это сделаем на Мегафон, там для цифры я знаю, авиакомпании возьмем, SaaS-сервисы возьмем, основная проблема, 90% людей не доходит до экрана, смогут купить.
Люди просто даже не знают, что нужно что-либо купить продукт. Это полное безумие. Мы, как я часто рассказывал, профессионально стрелером пользуются, на ранних рубежах в первой сессии куча вкладок, кранов, а хрен найдешь, как занести бабло. При этом есть люди, которые нормально с деньгами, их много. И если мы убиваем конверсию, там меньше 10% людей были на этом экране, то чем мы удивляемся, что у нас отпуск низкий, нам нифига не платят. Первая история, которая практически на любом кейсе идет, давайте перенесем экран, чтобы купить поближе к началу воронки, там 90% пользователей. Дальше уже можно, ну это просто очень дешево, это просто практически всегда конвенция, Если у вас кнопка подсадывается не 3% пользователей, а там 70-80-90%, вы заработаете чуть больше, ну не там сильно больше, если это аудитория. Дальше уже можно смотреть, там первая сессия, активация, выгода, я вообще апологет первой сессии, там чтобы была выгода, никак там привыкли. Но основная проблема, люди в сервисах, просто две проблемы, ни хера не понимают, куда занести бабло, второй не понимают выгоду от этого сервиса. Просто повально. Буквально здесь в кулак, уже SKM, я очень люблю там Хритон, очень люблю кушать всех ребят. Но хорош повторять ошибки нашей лингвалео, хорош пилить фичи, ну камон. Если меньше там 0,1 людей провалится, это очень высокая ступенька записаться за несколько предложений по скайпу, они просто не видят этих фич, нахрена их пилить? Это не имеет никакого смысла. А лучше сфокусироваться на первой сессии, сделать так, чтобы, окей, ладно, преподаватель ступенька высокая, давайте мы дадим какие-то попроще истории, там, тренировка слов, видеоуроки, занятия, чтобы 68% здесь все-таки выгоду получило. И за бабло заплатят за это. Поэтому я всегда помогаю раньше деньги спрашивать, но и выгоду побольше давать первую сессию. Я постараюсь получить деньги со Скайенко за консультацию. Да я ему тоже про вас говорю просто. Илья, Чернинский, расскажи, пожалуйста, сколько у вас в первую сессию сталкиваются с экраном покупки? Ну вот я цифры показывал, то есть 80% у нас видит первый экран, но это на самом деле потому, что там почти 20% делают логин, то есть им как бы не нужно ничего покупать, мы уже до этого купили и залогинились. Вот, дальше, по-моему, 60%, и ну, на третий есть провал, но мы стараемся как бы его... Я так и не услышал. Какой процент пользователей, там, я не знаю, которые вот зашли тебе в первую сессию увидели экран вот хотя бы с кнопкой «Купить». 100% тех, кто первый раз видит экран «Купить». Это прекрасно. Да. Я считаю, что одного экрана недостаточно. Об этом сегодня практически целый день говорили. Да, на самом деле, я недавно в Android заметил, что у нас что-то мало экранов показывается, и мы там допилили, чтобы показывалось больше. И разработчик ко мне пришел и говорит, слушай, как с ретеншеном, как это повлияло на ретеншен? Вот, я ему построил как бы этот график ретеншена, вот смотрю, как бы это после, ну, до того, как, значит, мы это сделали, это после, никакой разницы. Вообще не, ну, то есть человек, на самом деле, он видит настолько много предложений, рекламы и так далее, что у большинства людей уже вот на экране, да, не у большинства, у всех людей уже никакого зацикливания на то, что им как бы что-то пытаются продать, нет, они как бы не хотят купить, закрывают, идут дальше. Вообще ни у кого с этим нет никаких проблем. Поэтому показывать нужно первую сессию максимум разнообразного там, фичи купить под разным видом, под разным соусом, хоть как-то, потому что это действительно первый единственный момент, когда у вас есть 100% людей. Да, 150 раз за день мы это повторяем. Единственное, что хочу добавить, такого важного, поддержать в этом смысле Саша, то, что все равно юзер должен понимать там некую ценность. То есть экран, кинутый просто с кнопкой «Купить» и ценой в лицо, не объяснит ему и не решит проблему. А вот если вы сможете сделать так, чтобы в рамках вашего основного цикла, он в первую сессию там 100% сталкивались с необходимостью, который вот он понимает, что вот я в цикле столкнулся, вот здесь мне нужны деньги, и вот он, поп-ап, вот это тогда идеальная ситуация, потому что просто задолбить там маркетинговыми поп-апами без понимания необходимости ценности работает гораздо хуже. Ну, все равно. Обычно, когда там с кейсом начинаешь работать, там смотришь на него, даже просто, как игрушки не было, кстати, экран точно сработает. На одном центре люди это может ухудшать ситуацию, даже в случае даже не ухудшает ретеншн, но все-таки. Но все равно выгода важна. Потом, что мы дальше делаем всегда, мы растягиваем первую сессию, добавляем туда выгоду, чтобы 100% людей правильно в цикле доходило. Но как бы, если сначала пытаться растягивать его, то вы сильно не заработаете. Поэтому окей, пускай это будет АБ-тест, там, если у вас большая аудитория, вам сыкать на за нее или что-нибудь еще, но не ссать вообще. Мышки плакали, кололись, но еле плакали, если он имеет ценность. Это, конечно, да. Проверенное. Ну, он бухмать недавно цены повысил, ладно, я поплакал, он заплатил 3500. Мы еще сегодня об этом поговорим. У меня припасен вопрос, как там повышать цены, вообще, что как. Кстати, я вижу, народ немножко подтягивается чуть-чуть, и в целом, если у кого-то из зала есть какие-то вопросы, я предлагаю просто там руку поднять, я с удовольствием там ответим вот в рамках той темы, которая есть. Собственно, мы сейчас немножко обсуждали первые платежи, мы немножко обсуждали пробивные платежи, определение потенциально платящего пользователя, когда это надо делать как можно быстрее. И немножко затронули здесь тему сегментации. Давайте немножко поговорим о ней. Вообще, стоит, не стоит, я думаю, что все уже как бы
знаю, что стоит, но что с этим делать, да? По каким признакам, когда и что дальше? Давай я опять начну. Значит, нам, условно, стоит это делать. Почему? Потому что у нас наш многосторонний маркетплейс, и мы сильно зависим от контента, который нам дают. И без контента мы умрем. Поэтому мы синициируем по контенту. У нас есть физические рейтинги, частные марки, одно из рейтингов мнений, соответственно, есть такие больше профессионалов, которые там 5, допустим, там, 20. Дальше идут же агентства. Малые, средние, большие, там совсем какие-то сетевые, крупные и так далее. И с разными из этих сегментов мы по-разному работаем. Ну, например, начнем с привлечения клиентов. Если говорить про выход, допустим, регионы, то мы с крупными агентствами встречаемся обязательно лично. Как мы лично встречаемся и подаем наш сервис, рассказываем, показываем и даем сертификат на, ну, по сути, деньги, ну, чтобы они бесплатно пользовались нашим продуктом, причем большую сумму, причем немного контента. И наша задача сейчас привлечь как можно больше контента, чтобы залететь в этом регионе. Со средними агентствами мы подаем по телефону, тоже даем какую-то денежку. Вот, маленьким агентствам мы просто рассказываем и тоже можем позвонить. Вот. Со всеми остальными мы работаем через телемаркетинг, у нас есть робот, который обзванивает, у нас есть смс-рассылки и так далее. Мы делаем акции, например, положить 500 рублей, получить там 1000 еще на счет. Вот. И вот такое сегментирование по контенту позволяет нам, ну, тратить оптимальные деньги на привлечение, потому что с каждого клиента определенно получаем деньги. И если время нам дает большой контент, то это много, мы, ну, тратим на него немного. А если, соответственно, об одном объявлении, то достаточно вы, я так понимаю, что понимаете и сегментируете пользователя только там, в тот момент, когда он начинает там контент разносить, или как? Или изначально вы определяете? Нет, смотри, это если мы продаем пользователя, это продаем, у нас на сайте еще нет, для этого мы пасим клиента, понимаем, как мы находим нового пользователя. Мы пасим документы, понимаем по номеру телефона, что раньше у нас его не было. Вот, если получить, ну, много контента, скорее всего, это агентство. И если контента мало, там, допустим, одно объявление на один телефон. Скорее всего, это либо собственник, либо там, не знаю, приемы с одним телефоном. Вот. Поэтому к разным сегментам разные подходы. Спасибо. Кто-нибудь расскажет, пожалуйста, Саша, вы как-то сегментируете свои пользователи? Обязательно. Я слышал от тебя киты, кивки. Расскажи про это немножко. Да, мы. Ага, спасибо, как слышно, прием. Значит, мы обязательно сегментируем наших игроков. Сейчас мы используем там 4-5 сегментов в разных играх по-разному, потому что у нас команды сами решают, значит, как они хотят сегментировать. Вот. И первое, для чего мы это используем, это приоритизация в обработке тикетов при поддержке игроков. То есть, если игрок жалуется, то там, в первую очередь мы отвечаем на тикеты китов, там, в последнюю очередь на тикеты гири. То же самое связано с тем, как мы реагируем. То есть, если у игрока он уверяет, что у него что-то пропало, вот, и с большей вероятностью мы это просто, даже если у нас нет подтвержденных данных, что он это купил, но если он платящий, хорошо платящий, мы предпочтем ему что-то подарить. Вот. А если не платящий игрок жалуется, что у него что-то пропало и пытается нас обмануть, то мы, скорее всего, там, скажем ему, что он просто этого не покупал и не пойдем ему навстречу. Вот. И кроме того, сегментацию мы еще используем для того, чтобы определять, почему наши игроки от нас уходят. Вот у нас был недавно такой очень хороший кейс, когда мы взяли там 200 самых платящих игроков, которые от нас ушли, и лично им написали и задали вопрос о том, почему они перестали играть в нашу игру. И это нам дало очень много полезной информации, почему люди перестают играть в нашу игру. Там сидит Ренат, там, про кейс которого я рассказывал. Вот. И так. И еще один вопрос сегментации, но он такой простой, это касательно трюков, это про то, что мы разным сегментам игроков показываем разные прайс-поинты в банке. То есть, условно, если у нас человек не платящий или мало платящий, то он увидит прайс-поинты доллара там, 3, 5, 10. А если это кит, то он увидит прайс-поинты там, от 10 до 200 долларов. Вот. И плюс, когда игроки... Причем мы сегментируем не по общей сумме денег, внесенных в игру, а по тому, какими прайс-поинтами игрок привык пользоваться в процессе игры. Вот. И подстраиваем это. И плюс мы в дальнейшем еще, когда у нас что-то в игре случилось, например, по какой-то причине упали платежи, мы рассматриваем каждый сегмент отдельно, чтобы увидеть, что какая-то проблема с каким-то конкретным сегментом, и обычно так, так и получается. Вот такие пироги. А можно прям уточнить просто? А вы сегменты придумываете один раз определили, или вы динамически их можете менять, там, не знаю? Пока для простоты мы один раз определили. На самом деле очень интересно, потому что вот ты рассказал про способ, где вы определяете сегменты в зависимости от того, какими пакетами покупает игрок, там, не знаю, софт-валюту. Да? Какие вообще есть способы определения там, китов и китов? Вот я знаю, что, например, у нас мы определяем, у нас несколько сегментов. Это по суммарному платежу за какой-то период и текущая его группа.
То есть две метрики, по сути. То есть он мог быть там китом за все время жизни, но на текущий момент он там китом не является. И это там наша проблема. Мы определяем по суммарному платежу его. Кто как определяет? Можешь рассказать, Илья, может быть, ты расскажешь, как там? Да, смотрите, ну, сегментация – следующая проблема. Аудиторию можно вызвать вдоль поперек. Поэтому у меня сегментация очень много существует, основная проблема другая. Сегментация всегда означает коммуникация. Не имеет смысла просто так навязывать на кубики свою аудиторию и хранить это в своем датхаусе, бигдате и так далее. А вот коммуникация у нас не так шумно идет. Самих управленческих решений вообще сегментами не очень много. Я больше всего люблю сегментацию, которая является, в моем понимании, более actionable, когда мы по паттерну поведения людей разделяем. Ну, хотя бы по той простой причине, что сам факт наличия продукта уже отсегментировал аудиторию. На тех, кто заплатил, тех, кто не заплатил. Например, это не единственный фактор. На тех, кто постоянно в какой-то причине использует продукт и не постоянно его использует. Всегда интересно понять различия в этой аудитории. Точнее так, что мы такого натворили с пользователями в первой сессии, теми, кто нас постоянно не используют, ну понятно, что мы есть могут быть нецелевые совсем, да. Но очень часто мы сами сильно мешаем, отвратительно мешаем в нашем продукте. И что наоборот такого сделали пользователи, которые один тот кажут, кто нас постоянно использует. Это прям постоянный источник инсайтов. Там надо на том сервисе, который много там, фильмы, сериалы продает. Потрясающая история. Триггерный анализ показал, что люди, которые отписываются, они с очень высокой радостью подписываются. Чушь полная, начали смотреть, почему. Интересно. Люди, которые отписываются, они на сериал подписались, там 4, 6, 8 рублей, там 17 рублей в день. Посмотрели сериал там, на какого-то момента, да? Отписались. То есть, во-первых, эти люди знают, как подписаться мобильным приложением, знают, как его отписаться. Потрясающе уже, во-первых, да? Плюс они еще стабильно деньги приносят, они очень клевые, тем, что они очень предсказуемы. Понимаем наши планы продаж, мы можем на них рассчитывать. Вот. А при этом больше 50% пользователей продуктами неосознанно вводилось в те разделы, где им фильмы показывали. Это что означает? Подписка идет на полный сериал, и там ДВД, да, например. А если человек показывает фильм, то у него типичная сессия выглядит следующим образом. Посмотрел несколько трейлеров, нашел фильм, посмотрел фильм там, до конца какого-то момента и закрыл приложение. Причем ни разу не сталкивается с подпиской за время своей сессии. Ну, конечно же, по ним ТГНС показывает, что конверсия в подписку очень маленькая. Если он нигде не слышал кнопку подписаться, логично, что он не будет подписываться. Вот. А я все к чему клоню? Почти всегда помогают именно изучение логов по поведению пользователей, но в случае, если у нас не микросегмент, например, я не знаю, как у вас там видоделие, если я правильно понимаю ситуацию Добрый Гиса, они как раз столкнулись с этой проблемой, гигантское число микросегментов, там какие-то ребята из Одессы, таксисты, которые специально купили себе там планшет, чтобы горизонтально видно на них смотреть. В такой ситуации очень тяжело работать, она уже правда нужна бигдата, потому что Cambridge Analytics якобы делал сам, не знаю, свечку не держал. Вот. Но в наших продуктах, из того, что я видел, почти всегда паттерн поведения достаточно характерный. То есть, по логам данных, без всякой сложной бигдаты, достаточно в Excel-ке, посмотреть единички, нолики, как он в течение, там, не знаю, месяца, двух, трех живет в сервисе, чтобы посмотреть. И почему я спросил про статическое и динамическое, дело в том, что у них паттерн меняется. То есть, например, почти всегда хорошо видно окончание хвост действий пользователя, что он начинает уходить из сервиса. У него падает частота использования определенных фич. И наоборот, при этом у банков одна из главных тем сейчас, то, что лично мне интересно, если мы активировали человека на 3-4 сервиса в банке, то банк может стать банком номер один у пользователя. Они туда заходят, там сейчас как бывает, не знаю, пришли ББКшники, которые на весь кредит взяли. И банк такой говорит, да вы нам не интересно, уже не вышли, ничего мы предлагать не будем. Это одна стратегия. Другая стратегия, и карточку ему выдать. И чтобы он денег побольше закидывал, рассказать там про сервис расходов, про 3-4 фичу, чтобы он ее потел, потому что если 3-4 возможности сервис человек использует, гораздо больше вероятно, что он станет аддиктом, привяжет какое-то количество свои деньги. Если штуку резюмировать, да, конечно, есть кейтерин, да, конечно, есть люди, которые платят больше денег, есть ограничения по бюджету, который, в принципе, человек может потратить, ну, там, кто-то богаче, кто-то не. Но мне почти всегда интереснее триггеры, события, экраны, которые человек посетил или не посетил, что он либо направо идет, либо налево, либо он совсем из положения уходит. Вот. И чаще всего понимание этих триггеров позволяет нам там, коммуницировать с email-рассылками, акциями в самом продукте, баннерами, активировать на ту или иную историю, которая нас дольше позволяет его удержать. Такие сегментации, мне кажется, там, чуть более интересны, перспективны, но и больше выхлопа дает единицу времени потраченного. Илья, есть вопрос. Давай. А строите CGM-ки по паттернам? Каска жирного бюджетного порядка. Ну, смотри, как это мой бизнес, по чем я занимаюсь, мы его там даже автоматически строим. Я, если честно, пропустил. Какой бизнес? О, это долго рассказывать. Ну, название. Кратко, может быть, погуглить. Ну, в общем, мы занимаемся тем, что робот анализирует цифры, из них делает вывод на русском языке, что у тебя происходит в бизнесе, что тебе надо поправить, что выйти на планки, крутого решения. Я хочу посчитать маржу. Ну, как бы он так считает, без всяких кнопок. Если тебе на кнопку нажимать. Идеально, когда он не сядет. Супер, за интерфейсе. Ну, подумал, все посчитали. Ну, типа того, да. Ночью данные пришли, уже все посчитал себе. Так вот, отвечая на вопрос, да, вот, собственно, кастомер journey map, вытаскивать его из данных, это интересная штука, но, как правильно было сказано, ребят, самые простые системы эвристики дают в разы больше эффекта. Расчет, там, не знаю, нескольких коэффициентов по сегментам, конверсию третью покупку, в разы больше на практике дает крутовых выводов, чем, ну, там, нейронки прикрутили для рекуррентной нейронной сети, всякие методы решеток. 80% простых тупых решений дают больше результата, чем 20% сложных. Я тоже про тупые решения, мы сегодня унесем. Потому что, ну, как я уже еще раз повторюсь, да, у нас нет возможности, вернее, нам незачем как-то усложнять ситуацию и как-то определять группу, сегмент платежеспособности людей после того, как они первый раз заплатили, потому что
ну, второй раз они и не заплатят, скорее всего. Поэтому нам надо как-то выкручиваться и до того, как они заплатили, пытаться сегментировать. Вот. И, ну и что мы знаем на момент ноль, да, когда человек только что скачал приложение и открыл его. Мы знаем его этот region for format из iOS, да, например. То есть мы можем узнать, в какой стране находится. Мы знаем, как люди в этой стране платят из нашей прошлой аналитики, из нашего прошлого опыта. Вот. Мы знаем устройство, мы можем посмотреть в нашей аналитике, как люди с разными устройствами платят. То есть мы очень много можем узнать еще до того, как человек заплатил, и использовать это. Можно еще здесь добавлю? Просто пример, да. Сейчас подскажешь? Просто можно к этому ставить? Хорошо. Собственно, сначала о том, о чем сейчас говорили, про сегменты немножко для нас, вот насколько мы там на статистике строили какие-то там карты, кто что делает, самое эффективное было вот в мобиле. Это есть в вебе, к сожалению, нет. Простая приложуха Апси называется, где ты сидишь и глазами смотришь, что пользователь делает. Вот сел со своим продуктом, посмотрел 150 таких видосов, ты все понял, что происходит. Там 5 сценариев, реально, не миллион, там, не 10 групп пользователей. 5 сценариев, как себя ведут, где утыкают, и ты такой, серьезно, продукт работает. Ужасно. Надо срочно все исправлять. Вот. Это о таком срезе. Что касается сегментации по платежеспособности, если говорить с точки зрения B2C, когда у вас конкретно в продукте есть какая-то монетизация, все равно стоит учитывать то, что в интернете конкретно по платежам есть конкретные виды пользователей. Они не у вас там в проекте конкретно появились, они в принципе существуют. Люди, которые спокойно и много платят в интернете, люди, там, которые спокойно платят, люди, которые там платят очень изредка, и люди, которых вы никогда не заставите заплатить, они этому не доверяют, думают, что они там похитят карточку, там разбитут их, и чтобы их там не толпили, как никогда они вам ничего не заплатят. Надеяться, что вы будете именно тем первым сервисом, не стоит. Так вот, относительно этой информации стоит понимать, какая у вас модель. Да? То есть, допустим, если брать игры, там все-таки рассчитано на то, что формируется какое-то большое ядро, у них большой там срок жизни, у них большое там LTV, и на этом ядре надо зарабатывать. Поэтому важно понимать и уметь вычленять этих пользователей, вот, вот этих там китов, там дельфинов, какая-то терминология, не знаю. В общем, те, кто хорошо платит, понимать их сразу и уметь их оставлять, превращать в свое активное ядро. В дейтинге, допустим, ситуация полярная. В дейтинге никто долго не живет. Он либо никого не находит и разочаровывается человек, либо кого-то находит, и все, дейтинг ему больше не нужен. То есть зафигаем к вам еще ходить. В этом сценарии вообще ни о каких китах вам речи вести не надо. Толпите его в первую сессию, давайте, пока ты здесь. Вот, потому что через месяц у вас его уже не будет. Возможно, он там через полгода разочаруется в своих там, новых отношениях и вернется к вам, но в любом случае это будет уже как новый пользователь. Он даже не вспомнит, что вы там существовали когда-то. Ну, может быть, раза третьего начнет запоминать такое, что «А, да, я уже был на этом сервисе, вот на анкете». Но понимать, на кого нацелен ваш продукт и понимать некий там паттерн поведения этой аудитории в интернете, в принципе, полезно как минимум для того, чтобы понять свои там кей-метрики, что для вас важно, кого вычленить, с чем работать, там, что с ними делать. Вот. Передаю обратно. Да, просто важный момент. Очень хочу подтвердить, не нарезать много сегментов. Особенно, знаете, когда персонажи добавляют сервис, там, хотят с ним нарезать. Здесь мысль очень простая. Если вы придумаете 10 сегментов, там, как нашли в данных, то каждое управленческое решение, ну, 10 сегментов, значит, на 10 вашей польской базы, каждое управленческое решение по каждому сегменту получается в 10 раз менее эффективное, чем какая-то общая история, которая везде там вызывает конверсию, там, чек и так далее. И это прям проблема приводит. То есть, смотрите, мы понимаем, все равно гипотеза, там, даже мы угадали, мы не с первой попытки сделаем хорошо. Каждым сегментом работать 10 сегментов, а там, по 10 гипотез на каждый сегмент, это просто будет долго и дорого. Я знаю такие команды, кто упарывается в эту историю, говорят, мы сейчас все сделаем по науке, мы прям долго все сегментируем. Ей-богу, лучше в первую сессию кнопочку купить в Endurity и правда не мучиться. Но просто лучше работать сходу. Поэтому даже если мы там, понятно, киты, с ними все очевидно, где есть деньги, они привыкли платить, там, много им внимания уделяем. А не очень увлекаться сегментацией. Все равно это слишком сложно все управлять этим. А можешь привести пример вот из твоего опыта? Банки, отвратительно просто. Нет, хороший пример. Хороший пример. Вот так, чтобы именно, вот мне очень нравится, что ты говоришь, связку с управленческим решением, очень понятная история с коммуникацией. Вот сколько сегментов на твоих глазах было хорошо, чтобы что-то из этого потом управленчески получилось? Мы всегда берем не больше, чем 5 сегментов. Не, ну смотри, сейчас поясню. Ну, там, откуда они у тебя идут? У тебя есть в любом случае, купили, не купили, да, вот уже первое разделение. Это два, да, дальше идем. У тебя есть, ну, они же ни разу покупают, не кроме там, прости, вот. Мы же хотим, чтобы они покупали сегодня и в будущем. Соответственно, если их купили там 1-2 раза, там, их называем B-сегменты, те, кто много платят денег, постоянно покупают, а сегмент тоже самый клевый. Есть те, кто покупает много, но по очень маленькому чеку, цена сегмента D, которые все мало покупают. Там 4 сегмента у тебя получается, это одна шкала. Другая шкала тебе говорит, следующие, они очень сильно пересекаются. Есть у тебя Addict Cal, постоянно покупающие, а есть те, кто начали свой сервис уходить in active. Да? То есть они просто у тебя уходят, не паттерн такой. Их надо, особенно если они там много бабла платили, правильно делают, отдельно поддержка, отдельно с ними звонок, вы там в отпуск уехали, или вы от нас уходите.
Ну, это стоит там, он тебе за 10 тысяч долларов заносит, там, не знаю, 1000 долларов тебе заносит. Это имеет смысл донеситься больше, чем покупается. И получается, у тебя всего ну, там, где-то 4, 5, 6 сегментов, которым ты реально можешь управлять. Под одному у тебя есть выделенные VIP-аккаунты, с ними сидят, за ними следят. По другой истории у тебя выделенные маркетологи, акции, триггерные рассылки, цепочки писем. А четвертым ты просто продуктовым решением стараешься повышать на них конверсию, ну, плюс-минус, примерно такое разделение. А и пятая история, у тебя маркетологи затачиваются из каких каналов, кого притаскиваешь, кто там, тогда больше, там, денег больше, и так далее, если получается это сделать. Спасибо. Я бы хотел да, подвести какие-то такие промежуточные итоги. То есть мы вообще сложилось за вот, все время впечатление, что надо просто кнопку купить вместо регистрации сделать, и все будет хорошо. Но тем не менее мы говорили про сегментацию, решили, что сегментировать надо, и интересно, какие управленческие решения да, можно на этой основе делать. То есть первое, это мы говорили о том, что поддержка вообще пользователей на основе этой сегментации, приоритизация происходит. У меня были случаи, когда вообще, если у вас нет сегментации, стоит это делать и как минимум посмотреть на суперплатящих пользователей и обязательно продукту пообщаться с этими пользователями, либо вот лично посмотреть, как пользователь использует продукт, что он делает. Очень много откровений, потому что использование платящими пользователями вашего продукта и неплатящими очень сильно различается. Мы сказали о том, что маркетинговые акции имеет смысл делать в зависимости от сегмента. Что еще? Здесь маркетинговые акции – это такое очень сильное сужение. Речь шла скорее о ценовой политике, в принципе. То есть на пополнение там, счета любого надо больше средний чек там, бахнуть на там, объем товаров, предлагаемых услуг, там, пакеты и так далее. То есть просто надо ориентироваться на некий там, ну, комфортный платеж, который у там, китов он сильно выше. И, соответственно, не то чтобы скрывать им там, какие-то услуги или делать для них там, другие цены на те же товары, это, конечно, делать не надо. Просто всегда им предлагать то, что, так сказать, соответствует их кошельку. Вот. Акции – это такой выделенный сегмент, про него можно сказать, наверное, что людям, которые платят много, их можно показывать там почаще, условно говоря, они это воспринимают нормально. То есть, когда это в рамках твоего цикла, то есть ты получаешь какие-то блага, ты тратишь деньги, здесь ты отказался, здесь ты согласился, и это для тебя как бы часть некого цикла общего, где ты принимаешь решение. Если ты не платящий, то для тебя каждый раз это разрыв цикла. Вот эти там всякие поп-апы, там краны с акциями там, и так далее. Вот это, ну, естественно, на тебе это может негативно сказаться, потому что для тебя это вот некое там пятно, на которое ты уже не реагируешь, оно просто разрывает время от времени твой цикл в разной степени тяжести. Вот поэтому по акциям, ну, просто чаще можно как-то и больше предложений делать. Вот. А основной ну, момент про цены, он относится ко всем местам, не только к акциям. Да. Мы в прошлом году начали развивать коммерческую недвижимость, и при аренде коммерческой недвижимости очень высокую комиссию получает риэлтор, там доходит несколько миллионов рублей, можно получить за сделку. И когда мы приходили в IT-агентство, то мы сразу предлагали им премиум-продукты, и они говорят, что заплатить там, десятку в месяц вообще не вопрос, у нас это не деньги. Если риэлторы на вторичке, они там 10 тысяч, там доллар, ой, сейчас рынок упал, то клиенты у коммерческой недвижимости готовы платить много, потому что им даже один звонок, по сути, может принести там, несколько миллионов рублей. Поэтому они сейчас там платят, допустим, абонентную десятку, получают, не знаю, 3 звонка в месяц и очень довольны. А риэлторы вторички получают звонок по 50 рублей и недовольны, потому что, не знаю, там, цена мешает им жить. Поэтому здесь очень важно продукту понимать, кто персона и сколько он готов платить за, ну, за value. Потому что звонок коммерческий, звонок в городской недвижимости, в частности, это совершенно разные звонки и разный доход. Поэтому здесь важно не туда. Спасибо. Мы как раз мягко подошли к нашему следующему вопросу, да, ценообразование или, я не знаю, ценовой дискриминации, вот я ее сегодня назвал так. Да, вот. Давайте поговорим о том, а как, собственно говоря, назначить первый раз цену. Да, то есть понятно, есть продукты разные, есть продукты, у которых там есть подобные, да, у нас есть конкуренты, да, есть какая-то там средняя сформированная цена на рынке. Да, а вот, есть продукты, ну, будем надеяться, какие-то инновационные, вообще нет цены. Что делать? Как поставить первый раз цену? Если продукт инновационный, то все равно он дает какой-то value. То есть он что-то дает тому, кто его покупает. И нужно понять, а сколько человек тебе готов за это платить. Если в этой услуге, допустим, с помощью твоего продукта люди зарабатывают, то значит, сколько они готовы тебе давать от своего заработка за этот продукт. Но вообще, если говорить про сервис услуг, а если это с помощью тебя люди ну, продают услугу, то там 10-20% маржи – это как вполне нормально. Это то, что ты можешь теоретически забирать. Но мы помним, там, я говорю, что мы не можем прямо раз и сразу 20% брать.
Вот поэтому тут начинается история про опять попробовать, дать какие-то деньги и так далее, и так далее. Но на сервисе услуг вполне 20% от маржи можно забирать в некотором пределе. Если говорить про e-commerce, про товары, здесь все зависит, опять же, от товара, но там, в принципе, первые проценты от стоимости продукта, который продается с помощью тебя, вполне все можно начинать. То есть там, 1% минимум просто берешь от стоимости товара. То есть если телефон стоит, допустим, 50 тысяч рублей, то уж 500 рублей-то за лид ты, так сказать, заменил. Ну, тут же такая тонкая грань, 500 или 700, ну, знаешь, там. Ты говоришь, откуда отталкиваться. Вот я тебе говорю, отталкиваться нужно от того, от value, и продают с помощью тебя либо какой-то продукт, и здесь оборот, или продают услугу. Вот это так. Саша. Вот этот подход описанный, он скорее подходит не для ценообразования, а вот вначале, кроме рынка услуг, я имею в виду, когда какой-то маржевой товар, там еще что-то такое, подходит, когда ты вообще думаешь о том, делать тебе бизнес или не делать, а не когда ты назначаешь цену. Да? То есть в любом случае, если ты начинаешь что-то делать, у тебя есть определенная там фид-модель, да? Ты знаешь, сколько тебе там будет что за пользователь, сколько тебе будет стоить его принести, сколько тебе там будет стоить сделать продукт, маркетинг, все дела, да, и ты представляешь, сколько тебе зарабатывать вообще надо. И на это... С которого раза? Не с первого раза. Не с первого бизнеса. Все в порядке, да. Все остальные будут выдыхать. Мне казалось, что все так делают. Все так говорят, все в порядке. Да я тоже говорю. Не, мы именно так, в принципе, делаем. Это вполне. Один, как существование доказывает. Так вот, и, условно говоря, здесь скорее идет от обратного, то есть вопрос задается таким образом, что должен я зарабатывать вот столько, да, а стоит ли услуга, там, продукт, товар, который я даю, столько денег? Если ты понимаешь, что, в принципе, там, на есть телефон, можно мне 500, а 750 накидывать, и, в принципе, тоже будет продаваться, и как бы модель при этом срастается. Окей, тогда вот примерно там на 750 ориентируюсь. Если ты понимаешь, что, условно говоря, все накидывают 100, а тебе надо 500 накинуть, чтобы все срослось, то ты, наверное, просто направление не то выбрал. Поэтому ценообразование, оно в любом случае в каком-то виде от фин-модели пляшет изначально. Что делать? Давай немножко все-таки поспорим о том, как все с друг другом соглашаемся и скучно становится. Я, собственно, поддержу, с другой стороны, прямо сейчас это поспорить хочу. Конечно же, когда мы построим модельку, надо смотреть, кто с ним сходимся, но эти отношения сдерживают самое ужасное, что есть в индустрии. Леша прав, когда говорит про то, что надо идти от другого клиента, я даже больше что-то обозначу. Если мы хотим, чтобы наша экономика сходилась, при 30-50-60 рублей, там, в среднем чеке, 10 тысяч и так далее, мне другой идет вопрос. Это формула, она и попробует брать вроде. Здесь 20%, правда, обычно можно брать от рублей, которые несешь. Особенно так работает в B2B. Приносишь рублей на 1 000 000 рублей, 100-200 штук твои. В B2C сложнее, потому что там гораздо больше эмоций. Но это наша проблема, перечитывать эмоции деньги. Пользуется, все равно делать хуже нас. Так вот, верная обратность. Если необходимо, чтобы человек заплатил за сервис 2000 рублей и больше, придумаем такую выгоду, чтобы он ее получал. Потому что все-таки обычно не холодильник создает. Обычно цена на наши сервисы, ее нет такой стандартной, эластичной, как учебник микроэкономики написано. Мы обычно ставим что-то такое новое, прорывное, и некорректно сравним, там, не знаю, фото страну и другой диск. Это два разных диска. Это не смысл два одинаковых холодильника. Нет, нифига не так. Поэтому продуктовая задача, как мне придумать, как мне удобно, лучше залезть в мозг пользователя, в его там дофаминовый цикл, куда-нибудь еще, чтобы он больше выгоды получил, больше эмоций получил, у него было меньше эмоционных издержек, и чтобы он легче расставался с суммой денег, при известных ограничениях на рынке, страна у нас там, соответственно, побогаче, то есть крупнее, там города разные и так далее. И для меня всегда челлендж и вызов, команда, которая приходит, первым делом помогает мозг на эту тему. Ребят, выгода, пошли вон на рынок, идите лично там в вашем где сесть, управляли, они сидели здесь, на бэби-ситтерами устраивались, там, психологу все нанимают. Ты пойми свою аудиторию, сам лично ей продай. Ребята этим занимались, отправляли, учить своих пользы и трахаться. В прямом смысле, как научить нашу аудиторию получить секс. Это важно, потому что если ты такие вещи не понимаешь, по верхам идешь, ты никогда высокий счет не получишь, то есть к нам не сходится. Потому что она в подавляющих случаях должна сходиться. Потому что в подавляющих случаях привлекать пользуется дорого. Поэтому я не вижу смысла щадить продуктов, это их работы, их зон ответственности. Надо придумать четко. Крутись. Две ремарки, собственно, фотострана у нас есть дети, но вы не дети. Этими тезисами, собственно, поспорить не получится, потому что я продукт выглядит, надо создавать, да, что, условно говоря, всегда есть простор какой-то для творчества, что если там, условно говоря, все 100 делают, а тебе надо 500, можешь, не знаю, наклеить какую-нибудь фигню, которая всем понравится, и все будет 500 лишних платить. Простор для творчества, понятно, всегда есть, и в B2C, и там в e-commerce его, на самом деле, еще больше, потому что правильно сказал, много эмоциональности, вообще можно за счет маркетинга выехать, сказать, что у нас в первый раз дороже, но лучше, чем у всех, что мы самые классные, а все остальные не очень. И ты можешь чисто за счет маркетинга это доказать. Все будут в это верить и платить тебе больше. Как бы здесь простор для творчества большой, конечно. У нас есть вопрос. Да, Юрий, компания «Профи.ру».
У меня один комментарий небольшой и вопрос. По поводу ценообразования и с чего стартовать, еще есть, по-моему, такая очевидная штука, вот Алексей озвучил, что есть вообще некоторые бенчмарки, на которые можно облокачиваться, и можно смотреть, что вообще у конкурентов происходит в похожих продуктах, сколько, ну, сколько они берут. И как бы точно можно стартовать с этих цифр, смотреть, что будет. А к коллегам вопрос. Сталкивались ли вы, было ли у вас сильные изменения в бизнес-моделях, как в сторону там, увеличения монетизации или изменения в принципе там, бизнес-модели, каких-то паттернов? И интересно, как вы это разруливали, какие были проблемы, какие были последствия, там, откатывали что-то? Значит, когда я пришел в ЦАН, компания решила немножко поднять цены, вот, сказала, что она не, ну, давно это не поднимала, и на рынке уже совсем другие цены, и решила поднять цены в 3 раза. Вот. Для меня это, конечно, было некоторым ударом, потому что я вообще не понимал, как клиент, который платит, в принципе, прилично, денег в 3 раза поднять цены. Даже наше государство так и делает. Вот, поэтому я думаю, блин, ну, вообще очень нагло и так далее. И, на что опирались? Первый — это есть конкурент, Авито. Мы считали цену не за объявление, а за value, за звонок. Мы лидеры в Москве, и звонок у нас, звонков у нас больше, поэтому мы теперь считаем на стоимость звонка, даже при понятии 3 раза мы все равно меньше у нас стоимость звонка. Вот. Это, конечно, успокаивает. Вот. И понимая, что суммы очень большие, мы провели независимые исследования и показали, что у нас звонков на самом деле очень много, мы не имеем права вообще цену как-то, ну, на стоимости звонка скоррелировать. Дальше мы общались с крупником, мы подготовили, соответственно, там промо-страницу, рассылки и так далее, 5-10. Вот, и запустили. И, конечно, у нас уменьшился контент, потому что у нас, ну, стоимость контента, если у людей есть некоторый фиксированный бюджет, то они явно будут уменьшать контент, чтобы хотя бы платить, ну, не в 3 раза. И какие были последствия? Последствия номер один. Я очень удивлен, что нам в поддержку писали люди, которые платят, ну, 50 рублей в месяц, 100 рублей в месяц, что им очень дорого. И что вот они там пенсионеры и, значит, не готовы нам платить 200 рублей в месяц, а вот раньше было лучше. И один из крупников средних не пришел и сказал: ну, уроды, вы, значит, подняли цены 3 раза, мы вас ненавидим и так далее. Они подкорректировали и убрали бюджет с конкурента, оставили его у нас. И честно сказали, да, и честно сказать, что мы сняли бюджет с Авито, мы закрыли все, значит, мы начали считать эффективность, потому что деньги у нас ограничены, повысили цены. Мы закрыли, значит, все мелкие источники, которые ничего нам не приносят, мы внедрили call tracking. В результате, да, мы убрали все объявления, которые были необновляемые, неликвидные. То есть они включили мозг, как мы подняли цены, соптимизировались, стали получать, в общем-то, сделок не меньше, стали платить нам больше. Вот. Поэтому такое экстремальное поднятие, ну, сделало оздоровление рынка, и все стали довольны. А сколько вы больше заработали? На 3 раза подняли цены? Нет, ну не 3 раза мы заработали, потому что мы подняли кому-то в 3, кому-то в 2, то есть контент уменьшился все-таки, но могу сказать, что за 2 года у нас выручка выросла примерно в 3 раза. Вот. Поэтому, ну, это говорит о том, что вот это полномерное понятие цен на платные прием продукты, там, выход в регионы, это все, ну, привело к тому, что мы очень хорошо растем. Планируете ли и дальше воспользоваться таким способом? Значит, мы общаемся с западными классифайдами, они говорят следующее: ребят, вы расставьтесь, и каждый год на 15% поднимаете цены. Вот. Поэтому 3 раза мы точно не планируем поднимать, это как уже too much. Вот. Но корректировать цены и где-то, где мы понимаем, что мы сейчас слишком дороги, мы будем уменьшать цены, а где-то мы понимаем, что мы слишком недооценены, и конкурентов намного дороже, и нам готовы платить, будем немножко повышать. Но на самом деле вот эти 15% — это будущее как раз и есть. Запомни сейчас. Мы за 6 лет подняли цены 15 раз. Когда... База, нет, я сейчас скажу, когда Coinkeeper появился, первое, вот это был премиум продукт, то есть это было приложение, которое ты покупаешь до того, как его скачать. Да? Было такое в 2011 году популярно. И он стоил 99 рублей. Навсегда. Вот, сейчас за то же самое, безлимитная подписка, мы берем 1000. Подожди, эффект расскажи. А, ну, хорошо, ну, сравнивать сложно, понятное дело, потому что конверсия в премиум-продукт, ну, как бы меньше, чем внутри премиума. Вот. Но в целом, как бы, когда мы уже перешли на премиум и повышали цены, ну, в рамках одной бизнес-модели, да, мы все время смотрели на такой показатель, вывели цена показа премиум-пича.
То есть мы понимаем, что при повышении цен происходит не только падение конверсии, но и перераспределение людей между тарифами. Поэтому тупо смотреть конверсию неправильно, надо смотреть состояние конверсии среднего чека, конкретный вот показ этого экрана. И мы, собственно, вот такую метрику вывели, все основные эксперименты мы основываем в том числе на ней. Деньги больше заработали? Деньги больше заработали, да. Но во сколько раз, я вам сейчас вот так не скажу. Я просто хочу напомнить, что нам очень хочется каких-то практических цифр или кейсов. Давайте повышайте цены. Вот Илья сейчас расскажет, да. Да, давайте цифрами, чтобы... Я за повышение цифр, за цен, конечно же. Это сейчас придет по мне, потому что я очень многие сервисы тоже взаимодействую, люблю, сам пользуюсь. Они повышают цены, я за них больше плачу, но как взрослый за них радуюсь. Вот, поэтому как бы грустно стало можно. В общем, смысл такой, сегментация по цене обычно дает прирост на 2,2, 2,5, 2,7 максимум. Потому что я ни разу не видел 3 икса. То есть сегментация по цене, что такое, когда у нас есть люди, которые готовы гораздо больше заплатить, мы с них больше денег берем. А есть некая оптимальная цена для всех мидл середнячков, есть обязательно какое-то ограничение, чтобы те, кому дорого заплатить, там, не знаю, 1000-2000 рублей, там 50 рублей платят, они скидку получили. То есть от скидки на самом деле особо нету, ну, как если полно много делать. Есть сегментация по цене, когда студенты могут показать свой студенческий для фотошопа иллюстратора. Любой человек может бесплатно получить, если студенческий отправит водой. Просто скажем с интернета и получаем. Вот. Или там помните, кружки на кафе, вот эти все были. То есть мы отделяем аудиторию, которая не может платить полную цену, даем якобы скидку, требуя какое-то действие, чтобы 10-20-30% людей с большей конверсией нам будет что-то заплатить, иначе они от нас совсем уйдут. Но вот этот прием сам себе дает обычно просто нам 2x, 2.5 разом максимум. Первая история. Вторая скидка, кроме совсем случаев, когда там 99 рублей было, мы безумие. Вот. Вторая история заключается в вот какой разнице понимания. Просто слишком много разных сервисов, давайте разделять. Есть масс-маркет сервисы, у которых там десятки миллионов пользователей. У них немножко одна стратегия будет. Они не могут сегментировать, они вынуждены долю рынка занимать, им надо все виды пользователей, поэтому для каждого из них будут давать разную цену, потому что выгода разная, абсолютно разная выгода аудитории. Ваши ребята, которые там крупные сделки делают, для них 10 тысяч рублей, правда, деньги, это миллион получается эта история. Ребята, которые за 50 рублей размещают объявления, они совершенно в конце запазоне находятся. Выгода для них разная, поэтому цена разная. Но если вы не масс-маркет-сервис и там, в своей нише идете, в более B2B идете, на начальных этапах, там, первые 3-5 лет жизни сервиса, очень важно не брать ни своих клиентов. Это просто ужасная история, когда сервис пытается быть зятым, берут всякую гадость в рот, клиенты в итоге недовольны, потому что не до конца получают выгоду продукта, не совсем под этот продукт подходит. Маркетинг всеядный, продажи всеядные, потом пропихивается как-то в производство, пользователи пытаются всем пользоваться, получается ужасно. И здесь гораздо проще начинать с высокого сегмента, который там больше платит, когда в среднем там платят, не знаю. Цифры сейчас просто назову, да, и спросили. Стандартно рост экономики в 7-10 раз происходит. Тот, ты приходишь к этой команде, смотришь, например, B2B pipeline продаж и объясняешь, что вот это ваш А-сегмент, вот это B2C, они вот до конца не подходят, не берите их. Фокусируется только на А-сегмент. А в неделю, в 2-3 происходит рост экономики в 7-10 раз. Сылзы почему? Сылзы обожают делать вещи, которые не умеют делать. Звонить по телефону, отдать коммерческие предложения, заниматься проще чухой. Они не умеют сделки сдавать обычно, добавлять, вводить. Сам факт того, что начинают фокусировать, и еще там есть такая вещь, которая меня от этого бесит. Надо регулировать и тащить до конца. И вот он его выстрадает, он его выстрадывает, он месяца три тратит на этого клиента, звонит ему. Вместо того, что у него там где-то в сиротливом начале пайплана лежит три клиента сегмента, которые ему, как он почему-то их время тратит. Они так готовы заплатить, что с ними с вами созвониться. А B, C и D, которым до конца продукт не подходит, у которых денег не очень много, им хочется побольше поговорить, вот он на них все время тратит. Переориентация сейлзов в B2B это просто проще делать, чем B2C. На ребят, которым ваш продукт подходит здесь сейчас, сходу может понять, кому 7-10 раз. Ну, меньше количество времени на согласование, переговоры и так далее. Поэтому настоятельно рекомендую фокусироваться именно на ваших клиентах, которым вы сейчас полезно даете выгоду, и еще за них по-моему поставьте. У нас были еще несколько вопросов из зала, и потом мы придемся тоже к обсуждению. Да, Тарас. Всем привет, Тарас, сам. Леша, в принципе, рассказал о том, как не просто поднимать цену на продукт, но мы довольно мало говорили о том, как устанавливать цену на новый продукт, инновационный, на какие ориентиры. Собственно, если нет конкурентов понятных, прямых, если нет, ну, собственно, не на чем бенчмарки выстраивать, то приходится придумывать. То есть выделять там сегменты потребителей, считать экономику как-то на коленке. И, собственно, формируется некоторый набор гипотез, а сколько же можно брать денег. Мало, много, еще сколько-нибудь. Так вот, мне кажется, и опыт коллег подсказывает, что в такой ситуации нужно лучше устанавливать максимальную цену, плюс еще чуть-чуть. Потому что эластичность вниз по цене проще проверять. То есть если покупают мало или не покупают совсем, всегда можно понизить за счет скидки или просто понизить. Потому что объяснять людям, почему стало дешевле, намного проще. Оптимизировали процесс, продукт стал лучше, еще там что-то, масштабировались. А вот когда пытаешься поднять цену, приходится на кривые кобыли выезжать, по сути, говорить, что, блин, у нас эффективность, вы же докажите. Или издержки почему, вы докажите, раньше это было дешево, ну и так далее. Вот собственно, все, что хотел добавить. Спасибо, хороший дополнение. Так, еще по-моему, да? Да. Спасибо, всем привет. Вопрос, в принципе, такой. Я сказал, хорошая штука. Окей, у нас есть какая-то тарифная сетка сейчас, в каком-то продукте.
мы понимаем, что если мы изменим цену, у нас перераспределится, соответственно, и какие-то пользователи перетекут в другой тариф, какие-то, в общем, изменится клиентская база, по факту, изменится какой-то объем выручки, который мы будем получать. Вот есть ли какие-то методики, может быть, подходы к тому, как оценить, ну, изначально до самого эксперимента, как примерно прикинуть, насколько, каким образом изменить тариф? Что-то получилось вот такое, может быть, какие-то примеры или формулы расчета, методики? Или чисто эксперименты? Ну, я думаю, что вопрос понятен, нет? Да, вы комментируете кто-нибудь? Кто? Безусловно, ты составляешь табличку, ты смотришь, вот у тебя человек, столько человек платили такую-то цену, будут ли они платить такую-то цену за что-то другое, сколько ты потеряешь, если ту же самую цену увеличишь, сколько ты это все читаешь, а потом, когда ты запускаешь, вот, все как бы оказывается... Наоборот. Ну, не наоборот, но сильно по-другому, поэтому надо просто пробовать и все. Смотри, всегда, да, есть... Хороший вопрос под названием «Зачем?». Ты говоришь, хотим поменять тарифы, хотим там что-то делать. Зачем? Ты какую задачу хочешь решить? Без понимания цели бессмысленно менять тарифы, потому что тарифы – изменения всегда боль для клиента. А если клиент, например, бюджетируется, изменение тарифов – это ему заново нужно бюджетироваться. Если он крупный, ему нужно заново эти деньги выбивать. Поэтому всегда надо понимать, ну, какую-то цель ты следуешь. Если ты хочешь… Зарабатывать больше денег. Если ты хочешь больше денег, это, по сути, повышение цены, это изменение… Ну, не изменяя структуры тарифа, просто повышаешь стоимость и объясняешь, что value выросла. В частности, например, вот HeadHunter, когда поднимал цены, он явно написал большое письмо с словами, вот у нас такие методы увеличились, вот у нас этого стало больше, вот этого, вот этого, вот этого. И он объясняет, что value стало больше, и поэтому я не поднимаю цены. Ну, все, ну, понятно. Но если хочешь изменить структуру тарифа, то есть, например, какие-то функции добавить, убрать и так далее, то вот нужно всегда понимать цены. Вот. Я просто всем согласен, всем про комментарий. Это важно вот на что смотреть. Если смотреть на цену не надо смотреть. Как черное и белое, да, инь-янь. Надо смотреть не на то, сколько это сейчас стоит, а сколько ты еще можешь заработать. То есть, ну, почему повышаем цену? Потому что мы понимаем, что мы выгоды приносим, не знаю, 50-100 тысяч рублей, а берем за это 200-300 рублей. Соответственно, если этот гэп есть, тогда ты идешь, ну, у тебя появляется гипотеза. У меня мне не доплачивают, на нем можно вырасти в 3 раза. Ты идешь крупнику и делаешь продажу руками. Самая быстрая обратная связь, первая, там даже рассылку не делаешь. Если ты в личном общении не можешь обосновать эту цену, то с очень большой вероятностью твоя рассылка пойдет никуда. Вот. Поэтому, когда там на тебя считаешь, что сейчас почему что-то я обязательно делаю не так, то мы галлюцинируем постоянно. Мы просто не понимаем, как наши пользователи выгоду цену с ней получают. В любой ситуации, когда ты, ну, в таком случае встаешь, конечно, методы перестают работать, цепку выкидываем, идем общаемся к людям. Это дешевле, чем делать рассылки, эксперименты, потому что он лишился положиться. Прикинул одну мыслишку для B2C продуктов, чтобы так полностью все покрыть. У B2C, собственно, все проще. Хотел поменять цену на новичках АБ-тест. Один большой, другим маленький. Ни хрена не знает, какие у вас цены. Они, собственно, на вас пришли. Вот. А после того, как уже поняли, что работает лучше, но если лучше работает низкая, то вообще все просто. Там будет радость и фигели. Если лучше работает высокая, что чаще всего бывает, то здесь можно спланировать и на B2C-шке там это как-то плавно повышать. А ссылаться можно, там, не знаю, как и на Product Value, что вряд ли кого-то тронет в B2C, так и на внешние обстоятельства, типа там в России можно на кризис ссылаться, там, в Штатах, на ЕП, там, не знаю, от Трампа, опять же, классно. В общем, везде можно на что-нибудь сослаться, почему у тебя выросло, как бы, ну, это норм. Не то, чтобы там пользователи сидят и мониторят каждый день всю эту историю. И конкуренты тоже они не знают. Саша, расскажи, как выглядит дела обстоят. Вы поднимаете там цены, не поднимаете, как оставите первый раз вообще? Значит, в играх все довольно, с одной стороны, сложно, потому что как можно сравнить там меч-кладенец и там розовый домик, вот, как их соотнести, что из них должно стоить дороже. Вот, но там, если копнуть глубже, мы пришли к тому, что все в итоге приходит, поскольку модель free-to-play, да, то все приходит к стоимости минуты, за которую игрок готов заплатить, чтобы, как мы говорим, не играть в нашу игру лишнее время. То есть он может либо играть, либо он может получить это сразу. И фактически мы смотрим на рынке, сколько вот за эту минуту дополнительной игры другие компании берут деньги, а это в некотором роде уже, даже если кто-то первый раз поставил это от балды, пользователи все равно к этому уже привыкли, и мы вынуждены на это ориентироваться. Вот, поэтому мы отталкиваемся от конкурентов. Вот. Второе, я хочу еще сказать, что вот обсуждали всякие там умные модели, как цены выстраивать. Одну из проблем, которую я наблюдал, от которой я хочу предостеречь, это судить по себе. Вот. Вот часто я вижу, что проблема заключается в том, что конкретный продукт считает, что конкретно
5-10 долларов за розовый домик, это слишком дофига, это же просто картинка в компьютере. И он может не знать, что, там, особенно если он живет в Питере, а пользователи в Сан-Франциско, для которых там эти 10 долларов, они за столько кофе пьют с утра, а тут розовый домик, в котором они год будут играть. Вот. Поэтому важно не судить по себе и иметь возможность иногда делать смелые эксперименты, и они иногда превосходят ожидания. Например, не знаю, все ли из вас знают, что вот в этих фри-то-плейных играх, там, где нужно 3 ягодки в ряд сложить, значит, те люди, которых мы называем китами, они оставляют в игре 30-60 тысяч долларов. За какой период? За какой период? Ну, год-два. Вот. Есть игроки, которые, если игра посерьезнее, стратегическая, там нужно сотни тысяч долларов. И вы понимаете, что продукт, там, который сидит просто с зарплатой там, 100 тысяч рублей, вот, ему сложно представить, что люди могут такие деньги оставить. Нужно как-то абстрагироваться от этого и воспринимать это просто как цифры, статистику. И второй момент по поводу повышения цен. Вот мы в свое время наобщались с фотостороной, они нас вдохновили тем, как они повышают цены. Вот, мы решили тоже поднять, потому что у нас была игра, которая уже 5 лет. Она не падает, но цены мы устанавливали реально 5 лет назад. И мы подумали, что мы поднимем цены, подняли, и в реальности ничего не произошло. То есть просто скорректировалось. Кто-то стал платить больше, а кто-то перестал, но общая сумма платежей, она осталась. В этот момент всем подняли? Да, да. Просто в банке просто подняли цены, объяснили все, сослались, почему сервера стали стоить дороже. Печеньки в офисе стали стоить дороже. Просто вот такое ощущение, что была некая, ну, некий... некая сумма справедливая, которую игроки считали, они готовы тратить в игре. И просто... Вот здесь точно можно поспорить, потому что это означает, что кто-то это даже не заметил, и по этому сегменту толпу вырос. А кто-то просто недорого сделает. То есть обычно, когда толпу не меняется, то есть конверсию равновешивает доход сплатящего, это означает, что просто равномерно не надо повышать, вернуться на шаг назад, посмотреть, на каком конверт упал, и дать скидки. Саша, расскажи, как фотострона повышает цены? Это очень тесно связано с тем, что говорит Илья. Ну, я просто хотел добавить, что здесь, условно говоря, штука такая, которые, ну, надо общее состояние постоянно аудитории мониторить, то, что происходит, потому что понимаешь, там растет там до недели, на двух, не факт, что у тебя это сохранится на всю жизнь. То есть в какой-то момент, в любом случае, если поднимаешь тарифы, может попробовать там, кто боится понемногу это делать, условно говоря, где-то не битуми, где-то проблем больших не составляет, и смотреть. В какой-то момент график все равно придет в равновесие, и дальнейшее повышение, оно будет приводить к тому, что у вас там меньше платящих остается. Это как бы нехорошо, потому что вы начинаете больше зависеть там от конкретных капризов хорошо платящих пользователей. Вот. Но где-то вот этот момент, ну, то есть не стоит это воспринимать как-то на цель, что сейчас мы пришли, все два раза повысили, вот, а мы бабло чуть-чуть раньше не сделали. Вот где-то такого задела по product value нет. То есть мы, допустим, с дейтингом нашим мы изначально прикинули там какие цены у конкурентов, какое место среди них занимаем, и назначили цены на подписку в нашем приложении. Потом экспериментов, я не знаю, там штук 5 мы провели, и ниже, и выше, и для разных сегментов. И вот то, что мы сделали изначально, работало лучше всего. Вообще ничего менять не надо было. И, ну ладно. Окей, такие ситуации тоже возможны. Просто самое главное всегда в голове оставлять пространство на то, что это тоже некий рычаг, которым можно поиграть, и то, что, возможно, вы недооцениваете собственное value, а, возможно, переоцениваете, и тогда это тоже может сыграть хорошо. То есть, условно говоря, вы можете понизить цену и узнать о том, что гораздо больше пользователей готовы вам платить, если вы стоите не так дорого. Такая история, она тоже возможна. Просто это уж совсем какое-то тяжелое моральное решение понижать цены, поэтому таких экспериментов никто не рассказывает чаще всего. Вот. Но тема тоже, в принципе, рабочая. Вот, а на фотостране мы в общей сложности, не знаю, конечно, не в 15 раз, но мы поднимали плавно и за где-то там 5 поднятий дискретных увеличили там примерно в полтора раза тарифы, и вот только на последнем там 5-м поднятии мы столкнулись с вот этим неким равновесием, когда у нас деньги уже не приросли, и мы поняли, что ну все, наверное, дальше только сегментируем. Но надо еще понимать, что это было тоже постепенно, потому что мы, например, брали каких-то пользователей, разные платежные системы тоже. То есть, например, людям, которые платили смс-ками, мы им такого-то времени там не поднимали, это было технически сложно, там тиры, то же самое, вот как в Store. Вот, людям, которые платили или там пополняют счет больше определенной части, мы им сразу же повысили. То есть, если человек покупает в среднем, пополняет счет больше, чем там, на 10 тысяч рублей за раз, то у него сразу, там, например, дороже стало, он менее чувствителен. Вот, то есть, делали это постепенно, в том числе разным сегментом. Был вопрос, Слава, ты что-то хотел спросить, да? Да, давай. Слава, фотострана. Вот, по поводу ценообразования в играх. Вот, тут есть три ремарки. Первое, некоторые игры, они считают, что модель, при которой ты
платишь админу денежку, и админ рисует тебе меч, она достаточно, ну, кривая и старая. Гораздо интереснее давать каждому игроку расходник. После этого платящий игрок пробегается по всем игрокам, выкупает этот расходник, покупает на эти деньги меч, а потом те деньги, которые он раздал, он вбрасывает еще раз для того, чтобы, ну, быть сильнее, чем те, кому, у кого он купил этот расходник. Вот. В этой модели никто никогда не говорит, что админ упырь. Админ не упырь. Упырь точно такой же, как ты, сидит в Таганроге и продал тебе этот расходник. То есть цену установил этот человек, не ты. И ценообразование здесь гибкое. То есть, ну, в принципе, оно само себя коррелирует. Вот. Второе. В играх, которые про фарм, там всегда цену надо устанавливать достаточно просто, чтобы работяга за час своей работы в реальной жизни зарабатывал больше, чем он этот час жизни потратит в этой игре. То есть, чтобы ему было недорого. Вот. Ну, то есть, он приходит, школьник приходит с работы, ему там, условно говоря, ну, на 2 доллара нафармить каких-нибудь горохов и цветов, это прям серьезно. И он сидит, он 15 часов жизни тратит. Ну, Леня, наверное, за 2 доллара в час не будет ничего фармить. Вот. Ну и третья модель, она достаточно простенькая. Ты выкатываешь какой-то набор вещей, назовем их мечей, смотришь, как это закупают. Назовем это зеленые мечи. Если видишь, что закупают достаточно хорошо, ждешь, пока все распродается, и вываливаешь синие мечи, которые стоят дороже. Если их тоже быстро раскупили, фиолетовые мечи там. И в принципе, в итоге каждый игрок у тебя отвалится на своем уровне, и все нормально получится. Спасибо. У меня есть еще несколько вопросов. Я не знаю, интересует аудитория или нет, но вот лично меня очень интересует. Есть одна и та же услуга, один и тот же товар. Можно ли разным пользователям ставить на нее разную цену? Ну, то есть вот сегодня много раз поднимался этот вопрос, люди общаются между собой, компании общаются. Как так? Илья затрагивал цену дискриминации вот, там, по телефону. Вообще это дает какой-то профит или нет? И по каким критериям имеет смысл это делать, вот кроме телефонов? Я могу сказать, что вот мы точно это делаем для разных стран. У нас там 40% денег мы зарабатываем со Штатов, там дальше есть Германия. Ля-ля. Понятно, что бразильские пользователи платят меньше, и поэтому у нас для разных валют разные цены. У нас есть игроки, которые специально, живя в Штатах, переключаются, как будто бы они живут в Бразилии, чтобы играть дешевле, но их меньшинство, поэтому на них можно забить. Вот. И второй момент, что иногда можно ставить разные цены, не вступую, просто показывая разные цены, а добавив некий элемент случайности, чтобы для, ну вот, например, скидка, да, которая выпадает случайно, и ее таким образом подбирать, да, там, вот о том, то, о чем говорил Илья, для того, чтобы у людей были там, реально разные цены. Скидка выпадающая случайно, но ее надо подбирать. Понятно. Я, кстати, еще предыдущей теме к выставлению цен хотел еще вот про такое когнитивное искажение сказать, которое бывает. Это иногда, когда ценность чего-то измеряют, да, потом появляется какой-то продукт, который, например, в 2 раза больше ценности дает, и предполагает, что его нужно сделать в 2 раза дороже. Вот. Но это совсем не обязательно так должно быть. Есть пример, который можно привести с авторынком, да, есть довольно плотный сегмент автомобилей, там, ценой от 500 до 800 тысяч рублей. Там очень много машин, они все очень похожи, и там небольшое увеличение стоимости на 50 тысяч дает существенное увеличение value. А если мы дальше берем автомобили, там, ценой 2 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов, то там за каждый дополнительный миллион стоимости ценность, ну там ручка будет другого цвета, да, или она из чуть более хорошего дерева. Поэтому вот цена с увеличением стоимости, она может расти нелинейно, и это абсолютно нормально. Спасибо. Илья? Да, спасибо. Я очень люблю курсовый вопрос, я его часто слышал про цену ситуации. Есть этичные и неэтичные методы. А степень этичности определяет себя дизайнер сами сидящие. Много еще, вот, как и прием рассказывал, я знаю людей, которые сказали, что это детское приложение не может стоить дороже, чем, не знаю, 130 рублей, и они закрыли бизнес. То есть 2 года они умерили, и я уже решил, что они так решили, такое тоже бывает, но они 2 года в нем инвестировали, ничего не получили. Совсем неэтичный метод, там известная история, авиакомпании, в зависимости от устройства тебе выдавала цену, это, конечно, совсем неэтичная история, на мой взгляд. Вот, но в самом вопросе, мне он очень не нравится, он сформулирован, не в смысле, там есть проблема, из-за которой мы ошибки совершаем. Ценность денег для разных людей разная. Не бывает одной и той же услуги, продукт за одну и ту же сумму денег. Нет, это не так. А для школьника ценность денег одна, для человека, там, который в индустрии зарабатывает нормально, ценность денег совершенно другая. Ценность времени для разных людей разная. Пока ты вообще не меряешь такой час, пока ты деньги не зарплату не близко туда, что начинаешь задуматься и мерить, наверное, там домработницу многие себе не берут. А когда ты начинаешь это мерить, ты понимаешь, что камон, я за этот час времени, ну, больше денег заработаю, другие вещи делаю. И не бывает одно и то же сутка, никогда не бывает. Для разных людей эмоционально, рационально, субъективно, объективно выгода разная. Именно поэтому сегментация по цене есть, существует, и более чем этичная правда. Ну, за исключением всем неэтичных моментов, когда мы... Первое. Второе. В России практически нет конкуренции.
опять-таки, если мы там не масс-сервисы, там, здесь просто сидят, это очень большие сервисы. А подавляющее число бизнесов, которые в этом зале есть, не самые большие сервисы, там не 30-40 миллионов пользователей. Когда у вас 30-40 миллионов пользователей, у вас там появляется конкуренция, и то, ну нельзя сказать, что фотострана там сильно конкурирует с другими типами дейтинга. Простите, пожалуйста. Я понимаю, что у вас есть позиционирование, оно это важно, да, надо проговаривать, я понимаю, но как тут все свои, так что. Вот. Да, есть конкуренция за внимание, но для подавляющего числа других сервисов конкуренция в следующем. Вот это рынок, вот это пиксель это один сервис, вот это пиксель другой сервис. Они даже если в публичном пространстве как-то пересекаются, особо не конкурируют. Конкуренция есть в Штатах, в Штатах, наверное, да. И это означает, что... Да, мне кажется, просто уже не очень работает. Это означает, что не надо париться, так все гораздо проще в этой жизни. Да, ну давай так, да. И второй момент, мы сегодня очень много говорим про ценное образование, тоже хотел всех присутствовать, здесь немножко привести речь. Если вы массовый сервис на миллионы пользуетесь, у вас почти всегда точки роста уезжают в ценное образование, потому что на лекции, скорее всего, поработали, что-то научились делать за последние 5-10 лет, а денег, ну, то есть любые 100 рублей платящего пользователя дают раз там несколько миллионов рублей. И это окупает продуктовую команду, не самый дешевый человек, который здесь сидит в этом зале, со всех сторон, чтобы мы там полгода плавно повышали цены, потому что там даже малейшие изменения, раз там десятки миллионов рублей выгоды. Если вы, у вас не десятки миллионов пользователей, не тратите так много денег, сама вся сегментация по цене, максимум дает 2,5 икса вашей экономике. Почти всегда есть много других способов, которые на час, неделю, месяц сложного времени дают больше эффект. То есть вот, в эти игры играют обычно большие уже сервисы, которые на каждом рубле зарабатывают миллионы. Спасибо большое, прекрасное дополнение. Пару моментов еще скажу, через от этих практических просто не прозвучало. По платформам совершенно спокойно сегментация воспринимается Android, iOS, разные цены, все к этому привыкли. У iOS стабильно выше все цены, там более платящие пользователи, никого не смущает, на всех приложениях это так. Никто не ходит, не сравнивает там с телефонами, даже если сравнивать, ну типа вроде понятно, у меня же iPhone. Я согласен. Да, поэтому это можно делать спокойно, это весь рынок делает. Еще одна B2C-шная штука, которая работает в играх в первую очередь, это увеличение вот как раз стоимости получаемых благ на единицу вложенных денег. То есть закладывают это прямо в механику во всяких там клэшов кланусах, там стратегиях, там прочем, это постоянно есть. То есть у тебя, как это выглядит для пользователя, у тебя висит с какими-то супер скидками набор благ. И эти скидки, они конечные, они постоянно возобновляются, но ты можешь, условно говоря, на 10 тысяч рублей по такой цене купить. Потом они заменяются там скидками там похуже, ты еще там на 20 тысяч рублей. А дальше все, скидок не остается. И если ты соревнуешься с китами, условно говоря, с другими многоплатящими пользователями, ты уже конвертируешь свои деньги в блага по очень хреновому курсу. Но вариантов у тебя нет, потому что иначе тебя там наколошматят, ты не выиграешь там в борьбе и так далее. И по сути обычный пользователь получает единицу блага там на свои вложенные деньги там 20-50 раз больше, чем кит, который уже просто там массой денег все это доливает. И это как бы сглаживает разницу и, собственно, по сути, увеличивает цену как раз для вот этого сильно платящего сегмента. И это как бы, ну, вообще не дискриминация, просто механика такая, были скидки, но все кончились, ограничены. Это тоже совершенно нормально воспринимается, и сейчас, ну, игры практически везде работают. Спасибо большое. К сожалению, у нас закончилось немножко время. Не все вопросы мы смогли обсудить прямо широко, но я думаю, что многие ответы, какое-то понимание и, во всяком случае, какие-то крючки для того, чтобы впоследствии в кулуарах обсудить уже более подробно то, что мы здесь обсуждали, у нас появились. Я предлагаю поблагодарить всех наших экспертов.